Генос, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним, они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Я согласен. Ого, какое редкое зрелище. Ваша роль заключается в поддержке, а не в том, чтобы быть мертвым грузом для нас. Разве не так? Более того, вы прекрасно должны были осознавать, что подобная ситуация может произойти. Ведь не может же быть, что вы все тут застыли от страха, верно? Тебя тоже назначили быть поддержкой. Чтоб тебя. Если вы считаете себя героями, то покажите нам свою силу. Кажется, твоя сила выросла лишь до этого уровня, даже после поглощения всей энергии того мусора. Просто сдайся уже. Я слышал, твоя младшая сестра тоже Эспер. Это натолкнуло меня на одну неплохую идею. Я вырву глаза у тебя и твоей сестры. Да, это звучит как вполне неплохой эксперимент. Какой болтливый мешок с мусором. Ладно, тогда позволь мне научить тебя тому, что действительно происходит, когда ты пытаешься тронуть одну из нас хотя бы пальцем. Ясно, так это и есть торнадо ужаса. Ты, парни, в тылу. Они не могут пошевелиться от страха? Значит, они мелкая рыбешка. Взять их! Не смотрите на нас свысока. Никто и не должен ничего нам говорить. Мы вполне способны сами себя защитить. 11-й ранг А-класса. Двойные хвостики. Смертельная петля. Я джонглирую множеством смертельных орудий, и петля не остановится, пока мой враг не испустит свой последний вздох. Как бы вы ни бросили кость, вас всегда будет ждать смерть. Ха-ха-ха. Будешь устраивать свои уличные выступления в аду, психованный ты клоун. Теперь, когда все бесящие элементы, которые могли остановить мои пули своими барьерами и прочей ерундой, отвлеклись, я могу стоять здесь на безопасной дистанции и разбираться с ними по одному. А? Что? Куда это ты стрелял? А? Сперва разберемся с ним. Что за идиот? Снайперы беззащитны перед атаками сзади.
Неужели ближний бой является моей слабостью, а? Что ж, так уж вы и мыслите. А? В чем дело? Оружие заклинило! Ну вот, как всегда. Вечно такое происходит в самый неподходящий момент. Какого хрена? Лозы? Что за... Ты можешь контролировать растения? Да. 24-й ранг А-класса. Зелень. Они росли внутри моего тела еще с самого детства. Но теперь моя нервная система срослась с ними. Хотя из-за того, что им требуется много питательных веществ, я выгляжу довольно хилым. Как бы то ни было, сейчас самое время. Прикончи их, пожалуйста. Мы не можем позволить им задержать нас здесь. Мы должны прорваться сквозь их ряды одним махом. 29-й ранг А-класса. Стоический нарцисс. Милая маска, мой величайший соперник, смотри сюда. Узри же незамутненную элегантность моего прекрасного боевого искусства. Развали нахер подворочатый. Казнь нежного прикосновения! Ага, понятия не имею, кто этот парень, но у него есть определенный стиль. Возможно, он вполне неплохо впишется в шоу-бизнес. Так это и есть знаменитая прекрасная битва. Техника для парения и убийства в воздухе. Тридцать второй ранг А-класса. Теневое кольцо. Твоя техника весьма неплоха. Где тебя учили ниндзюцу? Явно не там же, где и тебя. Это вполне очевидно. Как-никак, женщин там не обучали. Они справляются лучше, чем ожидалось. Кажется, нам не о чем беспокоиться. Да, в конце концов, это же герои А-класса. Не существуя С-класса, они были бы самыми могучими бойцами ассоциации. Да и остальные тоже. Даже члены Б и С-класса все еще мастера своего дела. Не только бойцы высокого ранга достойны находиться на поле битвы. 29-й ранг Б-класса. Двойная дыра. Не-а. 50-й ранг Б-класса. Реактивный добряк. Возродившийся. Генос, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним,
Они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя.